Всем привет! Сегодня 18 февраля, сегодня у нас пятница, и сегодня я нахожусь в самом сердце курортного парка в нашем городе Ессентуки. День сегодня очень солнечный, теплый. Вот сейчас я поворачиваю телефон, и вот тут питьевая галерея, марокканская беседка, старые тоже здания галерей питьевых вот наверху. Продолжаю сдвигаться дальше. Как видите, сегодня очень теплый солнечный день. И тут в кадр неожиданно вплывает человек. Этот человек не просто так стоит. Ее зовут Саша. И мы вместе работали в Сочи на ледяном кубе. Один из самых лучших волонтеров с английским и немецким. Сегодня мы впервые за 8 лет встретились, гуляем по парку и общаемся. А завтра вот перебирается уже на Эльбрус. Так что, видите, сегодня у нас вообще круто. Вот, как говорится, скажи всем привет, да? Да, я немножко сегодня нарушаю традиционный свой видеорепортаж, потому что, видите, мало того, что я сегодня в Ессентуках, и сегодня я уже снимаю не сам по себе, а, как видите, сегодня я уже тут хожу, показываю местные красоты. Так что вот, видите, сегодня у нас все немножко необычно. Так, еще раз повернемся сюда и снова зафиксируем наш кадр здесь. All right. Yes.